это не только нефть и газ, это может быть не очень здорово, а вот креатив надо ставить в главу угла. Я рискнул утверждать, что реальное материальное производство, включая нефть и газ и все остальное, это благодатная почва для креатива. Красноярский край – это мощнейший индустриальный промышленный регион. Но в то же время у нас есть 11 тысяч предприятий, которые относятся к этому креативному сектору, и объем их продукции 64 миллиарда рублей, судя по данным статистики.